last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Друзья, всем доброго утра. Сегодня у нас 25 ноября. Едем с Серегой опять на рыбалку на неизведанное озеро. Еще давно я там не был, наверное, лет так уже 5-7 точно. Попробуем. Так что рыбалка зимняя по первому льду, часть вторая. Погнали. Это по траве ходить. Они сейчас где-то там все спят в траве. И можно лично быть спокойно. Они же в норке ныряют. Тебе будет лучше по той стороне идти, прям притык. Вот, друзья, какие-то старые тычки, то есть летние. Значит, рыба здесь есть, ловит. Мы хотим дойти до ручья. Сейчас вам покажу скриншот, куда я планирую дойти. Ни разу в жизни не было вообще. Да, прям очень мелко здесь. Традиционно ставим на море. Ну да, она длинная. Мойва, мойва. Нафиг ходить на рыбалку, мойва купил, пожарил вообще. Вкусная была, короче. Вот же. На рыба. Кстати, из тугой щетки дома сделал хе. Как делается хе, посмотрите на канале. Есть видео. Мы будем пополам рвать. Что-то здесь небольшое. Серега здесь уже обрыбился. Ну вот, друзья, сегодня вот такие щучки. Ну, одну поймал я такую, наверное, почти килограмм. Покажу вам. А вот такие еще ловятся. Можно на жерлицу ставить. Хуй, одну небольшую выдернул. Рыбное место окуневое. Опа, щучка. Крупная. Таких щук. Топовая щука, пацаны. Вот такая. Таких надо отпускать, да, пусть живут. Он тоже пусть живет.
Короче, все в яме, прикинь. Сидят. Оказывается, блин. Как ты и говорил. Ты такой прям этот плавно свал. То есть там вообще 3 метра, наверное, уже. Ну вот на последней лунке. Меняю извращенство на полков. Ну они тоже такие себе. Сейчас будут убивать, возможно. Это же окунь, блин. Рыцкий. Хлеб тоже деревянный. Ну так, Так, где может? Не знаю, да? Вот он. Туда и лютый туда созвал, блядь, сглотовал. Так он пришел или не пришел? А ты все, вот успел. Перед тем, как ему прийти, я уже все просто лег и вырубился вообще просто моментально. Пришел он и вроде все себя нормально чувствовал, как бы это не предвещало то, что я спать. О, руки мерзнут. Наконец-то вы поймали щуку за пузо. Прошло 6 часов, да? Я думал, блин. Это, наверное, та же, которую я отпустил. Надо было остановить. Наверное. Время сколько? 3 часа, да, уже почти. Мы, короче, вернулись обратно. Решили, вот здесь поваленные березы есть. Воду уходит. Вот огонь будет. Ну я на того этого чертика. С червями. Я, кстати, щуку оторвал, мормышку. Все, камеру включил. Водиться больше не будет. Всегда так. Вообще, самый первый раз, когда я на этом узде побывал, это было лет 10 точно, даже больше, наверное. Короче, здесь дядька один сетку ставил, мы с ним поехали просто на удочку посидеть. Короче, я поймал маляка какого-то, не помню, блин. И вот там, где вот кусты, мы на ту сторону пришли, там ловили, сидели в кустах. Я малька этого насадил, поймал щуку на килограмма 2, наверное. На удочку. И вытащил, я не знаю, вот. Потом мы начали сюда ездить, короче, со спиннингом, блин. Тогда еще спиннинги-то эти были, помнишь, катушки-то были старые. Эти. Вечно борода. Все. Короче, все, я сдался. Слышь, Серега, я, короче, сдаюсь. Не клевало весь день, как обрезало, еще стемнело. Уже надо зайцев стрелять. Так что надо домой идти. Так что всем счастливо, всем пока.